Мои хорошие, всем приветики-пистолетики. У нас с вами сегодня необычный эфир, но у меня он точно необычный. Во-первых, он праздничный, потому что сейчас праздники майские, и я ухожу в небольшой отпуск от прямых эфиров для того, чтобы позаниматься своими домашними делами, ну и чтобы вы немножко отдохнули, я подготовлюсь к следующей неделе уже. Это первое. И второе, ой, как приятно, столько комплиментов. И второе, почему сегодня особенный эфир, потому что я его буду проводить со своим молодым человеком по имени Давид. Не дала ты мне поспать сегодня. А мне можно какую-нибудь маску поставить, чтобы я вот не как с батуна был? Вот. Вот так, хорошо. Вот такое? Нормально выгляжу? Не видно, что я не выспался немного? Нет, верни нормальное лицо. Я тебя другим полюбила. Может быть, вот так? О, amigos, señores, buenas señores. Сделай обычно. Давай вот так. Ну не надо, я потом ленту буду выставлять. А ты знаешь, что значит усики? Ну что, погнали. Итак, я подготовила тебе вопросы, было, не было. Отвечаешь быстро, быстро, не задумываясь. Готов? Подожди, а так разве надо было? Слушай, это моя программа, ты пришел ко мне в гости. Ну давай. Итак, готов? Нет. Слушай, всегда готов. Давай, всегда готов. Давай. А ты что такой красивый? Потому что ты у меня красивый, давай. Через экран даже вот вообще прям. Да. Ну все, давай, не отвлекай меня. Я ведущая серьезной программы, утренник с Бузовой. Давай. Говорил родителям, что уйдешь из дома? Да. Уходил из дома? Да. Менялся с другом одежды перед клубом? Да. Брил грудь? Да. Зачем? Я не знаю. Интересно было. Серьезно? Да. Хорошо. Не заправлял кровать 4 дня подряд? Я ее вообще не заправляю. Вот! Сегодня заправил кровать? Конечно, да, заправил. Так сразу заправил. Показать? Да, покажи, попозже. А как же правило, кто последний встает, тот и заправляет. Вот поэтому я встаю первый. Хорошо, идем дальше. Занимал кому-то деньги, зная, что человек не отдаст. Да. Есть всегда те, так кто... делаю. Есть те, кто не отдаст. Я каждый раз занимаю, знаю, что человек не отдаст. Есть те, кто не отдали. Поэтому я не занимаю. Есть те, кто не отдали до сих пор? Да. Кто? Сказать? Каграманов. За рекламу взял и не вернул. Каграманов? Да. Если он посмотрит на эфир, бро, верни, пожалуйста, 30 тысяч. Дальше. Спас кому-то жизнь? Да. Была такая история? Ну, блин, я думаю, что, ну как, не так, что он стоит и он типа бросается, да, например, там, но косвенно как-то, я думаю, что, скажем так, помогал наладить жизнь человека. Хорошие поступки совершал, это я знаю. Носил колготки? Нет. А чё задумался? Я просто, когда мы снимаем вайны, мы всякое можем переодеваться, но я так, как я припомню, лосины, да, колготки нет. Лосина. Да, во лосинах. Я хочу на это посмотреть. Ну, снимите такой... Сегодня вечером поговоришь. Сними такой вайн со мной в лосинах. Хорошо, еще последний вопрос. Ревновал ли напрасно свою девушку к татарину? К татарину? Да. Это типа Батрутдинов татарин? Да. Ладно, пусть будет, да. Ревновал? Да, чтобы ты в эфир больше не выходила. Серьезно? Конечно. Ты у меня ревнушка? Нет. Ну,
Хорошо, буду иметь в виду. Все, итак, я ставлю тебе свои песни, родной, свои. Все, просто давай. Надо угадать, какая. Надо просто угадать, какая из. Ну все, погнали тогда. Давай. Мало половины. Да, родная, я тебя люблю, я такой. Три секунды. Ну видишь как? Все, мало половин ты зафиксировал. Ты ее знаешь. Идем дальше. Слушай, ушко. Танцуй под бузу. Как ты так быстро делаешь? Ты подглядел в мой телефон? Нет, я не подглядывал в твой телефон, просто я всю ночь мучился с этим. Я не мог услышать, что ты меня тренировала. Тренировал. Так, хорошо, но вы, мои подписчики, мои хорошие, тоже отгадывайте, вам тоже должно быть интересно. А ты не подглядывай, давай, погнали дальше. Давай. Твои слова водица. Ты ночью, ты ушел, ты слушал мои песни, что ли? Ты все знаешь вообще. Конечно, я знаю, родная, конечно, я знаю все песни. Ты что думаешь, что в Шазаме второй раз подряд не угадал? Это же специально было сделано. Это подстроено было. Это подстава, я поняла. Так, идем конечно, дальше. Они договорились. Идем дальше, давай. Это что-то на английском? А припев? Еще раз ставлю, это и есть припев. Помогайте, подписчики, давайте наши люди, помогайте. Еще раз. Пойдите давай. Мне. Это в огне? А? В огне? Нет. Хит-парад моих мыслей? Что? Хит-парад мыслей? Ты подсмотрел? Нет. Ну признайся. Клянусь, я не посмотрел. Это хит-парад, да. Ну, все четко. Да. Честно не подсмотрел? Да, я не смотрел. Я ж тебе вчера напевала. Да. Я тебе помогала. Я ее, кстати, тоже не с первого раза отгадал. Там. Да, перед сном. Идем дальше. Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Идем дальше, родной. Давай. Слушаем. Я еще верю. Да, да. Да, я еще верю. Да. Блин, я не знаю. Давай сначала поймешь. Давай. Мандаринка? Да! Да! Лайкер? Давай оставим. Как красиво моя песня звучит даже наоборот. Как? Давай оставимся дома. Молодец. Родная, я, понимаешь, все знаю. Все. Даже задом наперед услышу, во сне проснусь, скажу, что это вот. Так, я подготовила вопросы. Я считаю, вот я честно считаю, у нас любовь с тобой, как ты думаешь? Слушай, ну, как бы, я думаю, как бы, если сейчас убрать бизнес, да, вот... Убрать. Да, оставить. Да, я думаю, что да, любовь. Да. Если ты говоришь, что ты любишь меня, значит, ты должен знать все про меня, правильно? Да. Итак, я задаю тебе вопрос. Подожди, вообще мы так не договаривались в эфире.
Вообще не так изначально было. Давай, мой хороший, я задаю тебе вопрос и даю варианты ответов. В зависимости от того, как ты пройдешь этот тест, будет, да. Будет наш вечер. Будут развиваться дальнейшие наши отношения. Да, да. Итак, погнали? Давай. Какая часть твоего тела меня зацепила? Глаза, ягодицы, губы. Ну, хотелось бы ягодицы, как бы, но я думаю, что глаза. Да, 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 да. Ну, потому что губы, с губами я познакомилась чуть... Да, губы чуть позже были. Губы были чуть позже, и ягодицы, собственно говоря, еще позже. Глаза, да. Да. У тебя очень красивые глаза, родной. Это у тебя красивые глаза. Это у тебя красивые. Самые красивые карие глаза. Это у тебя самые красивые голубые глаза. Ну, все, блин. Ну, все, все. Так, идем дальше, родной. Да. Вопрос про меня уже. Что из этого у меня было в детстве? Целовалась с девочкой, уходила из дома на сутки, подожгла себе волосы, задувая свечи на торте. Ну, может, ну, я так предполагаю, что третье. Третье? Да. Волосы подожгла? Нет, нет, подожди, не третье, нет, нет. Первое. Целовалась с девочкой? Нет, второе. Мне кажется, или я тебе подсказываю? Нет, 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 нет. Все честно. Уходила из дома, уходила из дома. Да, да, правильно. Второй, второй вариант. Верно. Идем дальше. Сколько у меня татуировок? Сколько у тебя татуировок? У тебя одна татуировка здесь, одна на ноге, одна на руке, четыре. Правильно! Да. Нормально, да? Так, типа, одна здесь, одна здесь, одна здесь, четыре. Четыре, 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 четыре. Самый прикол, что когда я этот вопрос писала, я сама забыла, сколько у меня татуировок, и начала считать. Четыре. Идем дальше. Я знаю все твои татуировки. А, хорошо. Где у меня самая большая родинка? На спине. Правильно. Я знаю. А ты часто, что ли, смотришь на мою спину? Да, я всегда смотрю на тебя, на кто. Сбивай, может, это самое ко мне? Да. Так, ладно, идем дальше. Какой факультет в университете я заканчивала? Геологический, географический, экономический? По-моему, не экономический. Да. Вот, по-моему, географический. Но если что-то с географией было связано, то какой факультет? Географический, получается. Правильно! Ну, значит, географический, да. Правильно, правильно. Я все знаю, я все знаю. Геофак. Да. Идем дальше. В каком сериале на ТНТ я снималась в эпизоде? Ольга. Подожди. Ага. Я сейчас тебе варианты, родной, перечислю. Давай, давай. В сериале на ТНТ я снималась в эпизоде. Ольга, универ, реальные пацаны. Ну, либо, я думаю, либо Ольга, либо универ. А, либо то, что? Эпизод. Ну, как бы логично, Ольга, наверное, меня в это сбивает, но, по-моему, ты в универе была. Ответ? Давай универ. Кого ты там слушаешь? Я никого не слушаю. А что ты туда смотришь? Ну, я посмотрел, может быть, Гошу знает, но он такой с этой херней такой, воу, типа не знает. Все правильно, в универе я снималась. В универе, да, все верно. Идем дальше, осталось пару вопросов. Да, знаю, я все знаю. Я все знаю, ты понимаешь? Да. Есть ли на свете такой человек, который все про тебя знает? Нет, конечно, только я один такой. Как называется моя книга? Цена любви, цена гармонии, цена счастья. Цена счастья, по-моему. А ты читал? Последний вопрос. В детстве я мечтала стать ветеринаром, фигуристкой,
Актрисой. Актрисой. Да. Не, ну так, такие простые вопросы. Ты как ты вообще, как ты можешь мне задавать такие простые вопросы, как бы про себя? Я вообще не понимаю. И для меня унижение. И где моя самая эрогенная зона? Бля, если ты это не знаешь, тогда... Тогда все... И не спросишь ни у кого. Я хотел... Бро, ты знаешь, а потом такой, типа... Может быть... Ну, я твои ушки люблю, но у тебя там никого нет. Алин. Ты представляешь, родной, ты знаешь, какой я заканчивала факультет? Да. Поговорим вечером. Ну, может быть, тогда... Я просто все твои части тела люблю, понимаешь? Ножки, ручки, ушки, губки, все. Ну, поэтому... Ну, давай, что я пусть говорю. Ладно, давай. Давай дальше попробуем. Давай, родной, давай вечером поговорим. Давай вечером поговорим. На самом деле шея. Да, я угадал? Да, вот тут все. Вот тут. Но шея, которая спускается... Мой братишка тоже угадал. Итак, 10 комплиментов за 10 секунд. Погнали. Это... Идет? Уже 3 секунды. Не-не, заново давай. И скажи, так. Там отсчитай. 3, 2, 1, поехали. Давай. Сброс. 1, 2, 3. Шикарная, красивая, трогательная, дорогая, любимая, вкусная, сладкая, прелестная, любвеобильная, сильная. Это можно как комплименты посчитать, все, что я сказал? 15 добрая. Секунд. 15 секунд. Будем учиться, родной. Ну что, начнем играть, родной? А до этого что мы делали? Давай, сейчас. Давай. Давай. Я смотрю. Ты маленький, малая. Твои слова как... Нет? Маленький, ребенок, малыш. Крошка моя, я по тебе скучаю. Ребенок, маленькая, девочка, мальчик. Мальчик? Маленький мальчик? Mm-hmm. Так. Просит. А мальчик хочет в Тамбов. Да! Да, мальчик хочет в Тамбов. Чики-чики-чики-чики-рики-там. Мальчик хочет в Тамбов. Знаешь, чики-чики. Да. Прямо сейчас ты изобразишь дрессированную собачку, лапочку, и будешь выполнять мои команды. Итак. Мы не могли оставить это на вечер? Давай, ты собачка, песик. Давай. Сидеть. Дай лапу. Дай лапу. Защищай меня, защищай. А теперь танцуй. Вот так. Танцуй. Голос. Дай пожрать. Голос. Голос! Жрать! Ева начала лаять. Голос! Мы их научили! Дай Еве покушать! И мне тоже приготовь, я сейчас приду. Хорошо! Смотришь? Да. Ты
Ты думаешь, мечтаешь? Думаешь? Я думаю написать письмо. Прям по словам показывай, смотри. Думаю написать мысли. Все мысли на тетрадь, все, что теперь... Рамиль. Да. Наша песня. Ну, давай вопрос. Давай. В каком году я стал чемпионом России по бальным танцам? А варианты ответов? А нет вариантов ответов. Он один, и ты его должна знать, потому что я вот тысячу раз тебе говорил. Вот и сейчас я все 60 тысяч, которые смотрят, и я станем свидетелем, насколько хорошо ты меня, дорогая, знаешь. И, пожалуйста, отверни свою голову в левую сторону, чтобы комментарий не смотрел. Хорошо? 2011! Какие 7 плюс? Да, 2011. 2011! Мы сделаем вид, что мы не заметили, что ты отгадала с третьего раза. Да? Ты там, слушай, ты колбасер! Нет! Техно. Смотри, первое слово. Танцы. Танцуй. Не хочу. Не буду. Танцуй не хочу. Танцуй не буду. Давай. Руки вверх. Какая песня? А, танцуй без меня. Да, ура. Так, прямо сейчас ты исполняешь танец аборигена под звук кастрюли. Вот абориген. А вот, Гоша уже... Гоша похож на аборигена. Гоша, дай бит. Мы начинаем, да? Нет, дай бит. Да, погнали. Ем. О! Сейчас я встану, смотри. Ты поймешь сразу. Вау, что это? Попить, пожрать, потанцевать. Ты в клубе. Что я делаю? Ты кайфуешь. Ты танцуешь, ты кружишься, кружимся, да, в танце. Сегодня в белом танце кружимся. Нет, смотри. Мандаринка, бокальчик игристого. Да. Вопрос, родная моя, насколько хорошо знаешь ты меня? Какой у меня размер ноги? 45-й. Молодец. Это ты молодец. Сколько просмотров на нашем с тобой клипе «Мандаринка» на данный момент? У меня на канале. У тебя на канале, на нашем клипе. Сколько просмотров на нашем клипе «Мандаринка»? Больше 15. 20. Нет. Больше? Да. Больше, чем 20? Больше, чем 25, родная моя. Ты не знаешь, сколько просмотров на нашем с тобой клипе. 28, 25, нет, 23. 25, родная. Да, 25. Но не нужно читать комментарии и повторять, что там пишут. А вы не подсказывайте ей. Давай. Листок, а я тетрадь переверну и снова третья. Тетрадь перевернешь? Ой, я календарь. Да, вот она самая. Я календарь переверну. Я календарь переверну. А и что? Сейчас высовываешь голову в окно и кричишь: ребята, я вижу Турцию. Хотя бы другую.
О, красота. Ребята, смотрите, я вижу Турцию. А в камеру посмотреть. Вот так, ребята, да. Смотрите, я вижу Турцию. Как все, потом еще поговорим. Крошка. Я по тебе скучаю. Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко, да. Да, руки вверх. Да, да, да. В каком году я переехал из Новосибирска в Москву? В первый раз или во второй? Вот во второй раз. Ты всегда говоришь, что 2 года назад у меня было 5000 подписчиков. 2018-й. Нет. 2017-й. Какой? 2017-й. Да, 2000. Да. Ноябрь 2017 года. 2017 год. Да. Ангел. Ангел. Рука. Ладошка. Поднимем руки мы. Мы, пусть бьются ритмы. Моя песня «Атомы». Небо. 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 Ладонь. Ладонь. Небо. Небо, ладонь. А, это песня такая есть. Небо на ладони. Да, а как это связано, если я тебя не вспомню? А там небо на ладони. Там Сосоповая швили. Да, небо на ладони. Да, 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 небо на ладони. Я задаю тебе вопрос. Объясни мне прямо сейчас. Так. Почему за тебя нужно выйти замуж? Потому что я тебя люблю. Все? Нужны еще причины? Можно в шуточной форме? Ну, если в шуточной форме, то тогда потому что я охуенный. А, нет, это не шутка, подожди, это серьезно. Так, нет, это не подойдет. Потому что я хочу заботиться о тебе, я тебя люблю, я хочу дарить тебе подарки, хочу, чтобы ты мне готовила завтраки. Это не шутка. Это не шутка. Хочу, чтобы каждый день просыпаться и видеть тебя, засыпать и видеть тебя. Слушать твои песни, записывать с тобой видео и так далее, и так далее. Ну и потому что я охуенный. А можно без мата? Ну хорошо, спасибо, а то я не знала. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже очень люблю, родная. Спасибо тебе за эфир, было очень круто, смешно, весело. Я не выспался, спасибо тебе большое. Пришлось проснуться очень-очень рано. Да, но зато офигенное настроение и заряд на весь день. Да, ребят, и вы тоже поднимайте себе настроение, заражайтесь. И только хорошим настроением, и желательно не выходите на улицу, если у вас есть возможность, сидите дома и не болейте. Любите. Спасибо вам большое всем, кто был сегодня с нами, нас смотрело почти 90 тысяч, это учитывая, что у всех выходные, все отдыхают, кто на даче, а еще закрытые страницы. Это огромное счастье видеть, что вам интересно то, что я делаю. Берегите себя, любите, потому что этим миром правит любовь.